О, всем привет! С вами дядя Володя Страшный. Помните пословицу: кошка бросила котят, пусть мяукают, мяучат как хотят. Но это у нас то же самое. Короче, это наш Ямасака. Она же типа Тинера. Аккумулятора нет, ничего нету. Заводится вот так. Что-то хорошо стал заводиться. Обычно с третьего раза. Видите, вот. Такого не было. Если подержать подольше, заглох, смотрите. Вот. То есть надо это устранить. Он уже теплый. Подсос выключенный. А вот такая проблема есть. Так, если разбрюкать, и под нагрузкой он не захлебывается. А так вот, пожалуйста. Поэтому берем инструмент, открываем воздушный фильтр. Чтобы открыть воздушный фильтр, много ума не надо. Нужна всего лишь отвертка. Раз, два, три. Ну и может быть вот здесь. Ну вот так вот. Ну вот так вот. Такая вот штучка, дрючка. Уть. Я еще целостностью обладаю, могу в непринудительной форме попасть и изменить содержание. Так, о, это наш фильтр, но он чистый, он даже светится, солнце видно, фильтр нормальный, да, однако, а, тут он и сосало еще тут мимо, смотрите, он щель, ну это ерунда. Сейчас, значит, вариант у нас другой. По фильтру мы порешали, что он не забит сеном, солому, сеном, соломом и прочими трухилями. Сейчас мы будем сливать из карбюратора типа отстой. Опять переворачиваем биту. Бита промазана у меня тут. Сразу биту перевернул, руки замазал. Ай-яй-яй. Вот слив Б жидкости. Кстати, это вот этот стандарт Japan типа ККФ. Это я покупал. На него сейчас вот откручиваем, сейчас это все уберем подальше, вот сюда все это мы еще прочистим, промоем, продуем. Про это у меня даже где-то поролончик есть для этих целей. Вырежем, может быть, поролончика, пропитаем пропиточным маслом, откручиваем, смотрим. Ну что, это бензин течет, это не вода. Придется все-таки разобрать, посмотреть, может что-то там приплыла какая-то мусоринка. Хотя фильтрик у меня стоит. Я возьму бензинчика, все это обмою, красиво сделаю. И только после этого снимем карбюратор. Раз, два и хомут. Ну и шлангус. Обязательно. О, чистенько все. Обмыл, заслонку вытащил, но тут все вообще зергут. Чистенько этот... Игла на месте, никуда не убежала. Ну вот так вот яйца бриты. Ой, этот карбюратор снятый. И сейчас мы будем это откручивать, вот нижнюю часть. Посмотрим, что там внутри. Крантик не держит, капает. Заткнул болтиком, но видно мало. Бляха, сука, курва, а где я потерял-то эту? Ебало, жаба-муравьеда. Не видите, где она? Да блюдце. А, вот она. В общем, там была грязь. Это я еще с учетом того, что я слил сколько с карбюратора. И она, видать, не как вода, а как, ну, вот, зехер такой, видите?
ржавый. И он, видать, перекрывал жиклер. Жиклер-то внизу опущенный. Вот. Сейчас, короче, мы что сделаем? Вымоем все, продуем все. Вот. И соберем все. Вон там сколько. А жуклер там в самом низу. И вот он это делал. Насасывал. Так. Пойду бензинчик где-нибудь раздобуду. Вот здесь. Здесь и помою. Открыл, помыл. Закрыл, не помыл. Ах, курва. Поглядемши на просвет через жиклер, видим мусора. Мусор видим. Это я уже продул. А так-то мусор видим. Сейчас будем жуклер откручивать. Так. В общем, плавно перешел в гараж. Хочу на чистеньком. Продул жухлер, открутил его. Теперь здесь дуплоид вообще прям неимоверный стал. Будет не то, что моя тенерочка, стантить. Она будет просто рвать и метать. В общем, все прочищено, продрищено. Сейчас вкручиваю эмульсионную трубку с жухлером и собираю карбюратор взад. Собираю взад и будем вырезать фильтр нормальный. Из нормального поролона для фильтров. Фильтрующий элемент универсальный. Вот его будем использовать. А также еще будем использовать. Ну, еще не подъехало. Не подъехало. Ну, не подъехало, а вот есть у меня уже. Вот, немножко. Обычно это использую, брызгаю на номера. Песком посыпаю и все, и погнал. Чтобы жене больше денег доставалось. Бюрократор и собрал. А фильтрушку вырезал. О, фильтрушка. Не поверите, чем резал. Конечно же, не этими. А вот этими по металлу зубр. Режет вообще отменно. О, вот эти. Режет вообще хорошо. Сказка просто, как режет. Вот, пойдем сейчас ставить, пропитывать тыры-пыры. 8 дырок. А, показать, как пропитываю? Бляха, да как вы задолбали. Ну, так вот делаете, болтаете. Там, правда, болтать нечего. Oil Air Filter. О, все проверим. Как у Валеры шляпа соскакивает или нет. Ни хрена не получается. Вот такого цвета. И вот так делайте. Ну, сейчас я тут все запылю. Мне больше делать нехера. Пойду на улицу. Вот, видите, сразу появился цвет. Пропитаю. Лишнее обрежу там при установке. Прижмем, зажмем, установим. Все будет ай-яй-яй. Думаю, теперь будет... Не знаю, в общем. Посмотрим, как будет. Кажется, дождик собирается. Чуть не поставил карбюратор, не показав вам вот эту шиберную заслонку. Смотрите. Это обогатитель такой. Вот видите, опускается, поднимается. Вверх перекрываете доступ воздуха. Вот. И, короче, обогащается смесь. Поднимаете. Все. А еще в этой заслонке есть клапан. Вон он, на пружинах. На пружине. Я попробовал его нажать, а он такой тугой. Смотрим. Так. Автоматический клапан. То есть вы закрываете полностью подсос, а уже разряжением его открывает. Вот это вот новость для меня. Круто. Устанавливаем. Так. Надо кранчик поменять. Ап. В общем, забрызгал манолом.
Вот такая система. Установил карбюратор, затянул новый шланг, потому что этот стал каленый. Именно вот где он был одетый, там нет, от бензина он стал каленый, такой уменьшился. А фильтр у меня, я так думаю, что он вообще не держит. Мы его разберем, посмотрим. Сейчас разобьем, посмотрим, что внутри, он вообще не держит. Крантик я поменял, который не держит. Вот он, я его давно купил и поставил. Наклонил мопед в ту сторону, и хотя тут полбака бензина. Наклонил, он потек отсюда. В общем, вот такие вот пироги. Желательно мне, конечно же, найти где-то фильтрик. И вот здесь я сейчас буду замазывать обезжирю и замажу герметиком стык этот. Ну и будем смотреть, что получится. Ай-яй-яй. Мусор. Так, в общем, закрыл фильтр побрызганный. Поставил вот такой фильтрик. Это фильтр Mercedes под дизельное топливо. Другого у меня не нашлось. Чтобы на него натянуть шланги, пришлось более большого диаметра взять. А здесь затянуть уже он проволочками. Ну, открыт бензин. И как бы мимо не тече, не тече. Так, что у нас еще? Замазал вход, вход-выход герметиком остатним. А, вот, снял крышку эту, этого фильтра, который у меня стоял. Вот он весь фильтр, ребята. Вот такие фильтра нам поставляют люди. Просто тупо вот так вот сворачивают на пальцы, вставляют. И все, и пошло через край. Вот такие фильтры. Фильтра. Тут я думаю, что он просто вот. Блять. Сука, молодцы китайцы. Это ж надо взять бумажку, вырезанную, кружочек. Или даже настоящий, прям вот так вот. Натянул. Туда прям этот колпачок чмык, сдернул. Все, там. Крышку хлобысь на суперклей. Готов фильтр. Блять. Я не ожидал такой подлости от китайских братьев. Так, ну и все. Пробуем, бляха. Я тут поэтому ходил весь в бензине теперь, в керосине. Этот, бензино керосино, помните, кто поет? Я-я, зергут. А, надо же обдыгатель, где он тут? Обдыгатель. Ну, пустой, может, карбюратор, не знаю. Ух ты! Сейчас. О! Ну что, прогреем? Ну, у нас теперь по-другому двигатель должен вообще работать. Фильтр практически нулевик был. Он там вообще, ну что это, синтепон в куртке с чьей-то. Нам-то и сейчас холостые, может, придется регулировать. Ледяной вообще. О, класс. Фара явская стоит. Мне вот этот щиток нравится. Из-за такого щитка хочу себе К100 BMW купить. Там похожий. Подогреем немножко. Ну что, пробуем, как было. Не, холодно, холодно. Сейчас. Сейчас подохнет маленько. Так, мы сейчас выключим. Включим, попробуем запуск без ничего. Но лучше стал заводиться. Но заводится стал лучше. Может быть, еще свеча. Холодный, холодный. Сейчас пусть поднагреется.
дышал гораздо лучше. Такого не было. Главное, чтобы герметик мой не всосал. А то сосет еще герметик. Что тогда делать? Сука, зато заводится как. Ух. Так, ладно, добренько. Сейчас. Ой. Короче, все норм. Всем спасибо, всем пока. Газует. Классно. Ай-яй-яй.